Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас Gravity с композицией Ready or Not. Все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки. И мы с вами начинаем. И сразу отмечу, как мне нравится, что здесь все так собрано, умеренно и нету каких-то диких перекосов частот. Такое легкое звучание на самом деле. И гитары есть. И барабаны не скругленные какие-то, знаете, огромные, как сразу вспоминаю классический пример на этом канале, песня Итси бла-бла-бла, привет, жирная бочка, которая настолько жирная и большая, что занимала почти всю песню, тут все хорошо. И, кстати, очень-очень классные, плотные, хоровые бэки. Не очень широко разведенные. Ну, прям пока красота. Слушаю, не могу нарадоваться. Тот случай, когда хочется не душнить про музыкальные инструменты и то, как исполнены партии, а просто наслаждаться. Let's go! Hold me back, 전에 전부터 난 불이 붙은 다음 달려가 You gotta lay low Cause I be coming in hot, ready or not 두려워 하지마 give it a shot 앞만 보고 never stop Get set, ready, go Left 아님 right 어디든 더 말만 해 Where you at, I go there 복잡하게 고민은 no more 속도를 더 높여 no matter what you do И опять же, в аранжировке происходит много чего интересного. Опять же, много слоев различных инструментов. Все обыгрывает какие-то свои партии, ритмические рисунки. Достаточно разнообразные, поэтому не скучно слушать. То есть, в игровой индустрии есть правило там 40 секунд. Вроде бы, что каждые 40 секунд надо чем-то привлекать внимание игрока. А вот в музыке, возможно, я уж точно не знаю всех правил. Уж извините. Да, всех правил не знаю, но могу предположить, что, на мой взгляд, каждые 5-10 секунд должно что-то происходить, что немножко меняет, особенно в таких интенсивных песнях, картинку звуковую. То есть, чтобы какие-то движения происходили, а не просто статичный, допустим, риф играл без ничего, без изменений. Ну, опять же, зависит от контекста художественной задумки и вообще какая песня. То есть, я не думаю, что в балладе каждые 5 секунд нужно что-то было бы менять, но это не баллада. И по поводу вокала, что сказать, это опять одна из тех групп, где не докопаться. Уже были их композиции на канале, точно одна, помню. Группа, по-моему, была. Да, вроде бы это были они. И как бы все так здорово. Fire,
отличный заглавный риф, очень яркий, ну, опять же, некислотный клип, за которым было интересно наблюдать, классные вокальные партии и бас, я про него ничего не сказал, а он есть, но он прямо не такой пердящий и гудящий, как мы привыкли слышать в большинстве песен, но он, в принципе, достаточно хорошо был слышен. Просто все так склеивалось плавно, и я бы сказал, такой трек, знаете, ну, давайте будем говорить, как привыкли, ГОСТовский вариант такой, вот просто не докопаться. Низ в середине потихоньку размазывается и становится все более высокочастотным и менее басистым, чем ближе мы к краям. Все. Хорошая песня. Добро пожаловать в плейлист. А вот список бустеров. Здравствуйте. Здравствуйте еще раз, дорогие бустеры. Спасибо вам за то, что вы есть, YouTube-спонсоры и донатеры. Всем большое спасибо. Благодаря вам все это выходит. Будет продолжать выходить. Надеюсь, вам не надоело, что я повторяю одно и то же каждый раз. Ну, для вас готов повторять каждый раз, даже вот без вставки какой-нибудь заготовленной, что вот одно и то же бы говорил, просто бы менялся список. Вот каждый раз импровизирую. Бусти, ранний доступ, дополнительный контент. С советами, Максим, вам стоит посмотреть какие-то шоу, вначале стоит проверить Бусти, потому что почти все эти шоу там уже давно посмотрены с моими комментариями, так что проходите. Ну, просто бывает, были такие комменты, Максим, знаете, вы так давно этим занимаетесь, вам пора смотреть всякие шоу. Вот другие делают, а вы не делаете. Я такой, ну да, пошел я куда подальше. Дальше, MP Reviews, K-Pop новости, MP Live стримы, пока еще держатся на плаву более-менее. И телеграм-канал, место, где мы все общаемся, обмениваемся всякими интересностями и смеемся над убогими комментариями. И, как обычно, с вами был Максим, я не говорю прощай, я говорю до новых встреч, пока.